Здравствуйте, ребята. Знаю я, вы очень любите сказки. Вот и пришел я к вам одну из своих сказок рассказать. А называется она «Машенька и медведь». Устраивайтесь поудобнее. Мы начинаем. Я прибрала, воды наносила, теперь можно и отдохнуть. Доброе утро, внученька. Доброе утро, бабушка. Вижу я, что ты уже все, что надо, сделала. Какая же ты у меня помощница, да умница растешь. Я и не нарадуюсь просто. Солнышко нам улыбнется, мы умоемся росой. Машенька, а кто это там поет? Мои подружки поют. С тобой мы рядышком идем и песню весело поем. Здравствуй, Машенька. Пойдем, подружка, с нами в лес по ягоды. Бабушка, можно? А вдруг в лесу заблудитесь? Нет, не заблудимся. Отпустите с нами Машеньку. А мы в лесу недолго будем. По корзинке ягод наберем и сразу домой. Добрый путь вам, девоньки. Добрый путь тебе, Машенька. Ой, сколько ягод вокруг, то-то пирог вкусный будет. А какая у меня корзинка стала тяжелая. Пора и домой собираться. Ау, подружки! Ау! Никто не откликается. Места незнакомые. Ау! Мы здесь, Маша! Иди к нам! Где ты? Неужели Маша заблудилась? И что мы ее бабушке скажем? Ау! Ау! Неужели я заблудилась? Куда теперь идти? И спроси меня. Чаще-то, чаще кругом. Ой, избушка. Вот тут-то я дорогу домой спрошу. Есть кто дома? И дверь не заперта. Кто хозяин? Медведь. Страшно мне. Боюсь я его. Знаешь, Маша, хозяин наш покушать любит. Ты испеки ему пирожки с земляникой. Я медведя угощу. Пирожки ему пеку, разложу на блюдо.
А есть хочется. Ой, как вкусно пахнет. Да, это же пирожки. Кто их испек? Ну, выходи, не бойся, я не обижу. Это я, Маша. Отпусти меня на денек в деревню. Я бабушке гостинцы поднесу. А может, ты сам отнесешь пирожки в деревню? Я к твоему приходу кашу сварю, да еще пирожков напеку. А, ладно, уговорила. Есть у тебя какая-нибудь корзинка? Сейчас посмотрю. О, смотри, что у меня есть. Какой хороший большой короб! Как раз все пирожки поместятся. Только смотри, пирожков не ешь. Неси бабушке, а я влезу на самое высокое дерево. Буду за тобой приглядывать, чтобы ты пирожки не ел. Мышка, помоги мне пирожки уложить в короб. Ой, а зачем? Я сама влезу в короб. И медведь меня к бабушке донесет. И чего я ходил? Нет там никакого дождя. А где же Маша? Да вот она короб с пирожками приготовила. Одевай его себе на спину. Да неси. Вот и тяжелый. Ну, что? Пошел я. Счастливого пути, Михаил Потапыч! А знаете, ребята, какой скоро праздник? Знаете? Какой? Пасха праздник. Какой-какой? Вы громче скажите. Пасха. Пасха, Михаил Потапыч. Праздник Пасхи. А я вам принес подарок. Подарок? Мы любим подарки? Да. Я не слышу, любим подарки? Да. А какой же нам подарок ты принес? Давайте спросим. А какой подарок ты нам принес, Михаил Потапыч? А подарок большое пасхальное. Яйцо! Яйцо? Ну где же твое яйцо? Ну-ка, 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 где? Вот. Ой, давай я тебе помогу, помогу. О, действительно тяжелое. Мы его поставим вот здесь, Михаил Потапович? Да. А что же в этом яйце? А узнаете вы? Чуть-чуть попозже. Яйце? Кто живет в яичке, как вы думаете? Ну кто? Цыплята! Ну, я пошел домой. Меня там мыша ждет. Мышка ждет? Пока, Михаил Потапыч. Вам понравилась сказка? Пока, Михаил Потапыч. А мы ждем, где наши цыплятки? Где наши цыплятки? Давайте позовем цыплят. Давайте все вместе. Цыплята! 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 Thank you.
Браво, браво! Ну а что же там у нас в яйце? Кто мне поможет его открыть, да? Давай, попробуй. А что там, конфеты? Давай, кто-то все по одной, да, чтобы всем хватило. Всем хватило, поделитесь, да, всем по одной. Ой-ой-ой, тут столкновение прямо. Держи. Кому еще не хватило?